Совсем недавно началась активная подготовка к новому отопительному сезону. В настоящее время на склады Магаданской ТЭЦ уже завезено более 100 тысяч тонн угля. Это будет примерно половина от планируемых на зимний отопительный период запасов. Однако подготовка – это не только обеспечение ТЭЦ углем, но и исправной работы всех трубопроводов. Так, Магаданская теплосеть завершила работы по аварийным сетям на территории детского сада номер 63. Мы уже произвели замену участка трубопроводов, вышли за территорию детского сада. Нам остается порядка 20 метров произвести еще замену трубопровода. Но мы пока прерываемся, будем это делать позже. Сейчас будем перекидываться на другие более значимые работы. А эти работы будем продолжать с началом отопительного сезона, потому что эта сеть блокировочная, и мы ее можем смело, без ущерба для системы теплоснабжения, вывести из работы временно для замены, для плановой замены. Теперь департамент образования совместно с КЗХ должны вернуть игровым площадкам прежний вид, чтобы в новом учебном году все дети могли играть на красивой и благоустроенной территории.